Так, тоже для интереса хочу прикинуть, сколько весят малышатки. Я уже не взвешивала, ну, этих взвешу. Сколько они весят. В каком-то комментарии написали. Вот, да, вообще, конечно, цирк. Это обман, чтобы показывать и недельных утят. Я думаю, это что значит, что они у меня такие большие? 50 грамм всего лишь. Если людям показались они недельными, 50 грамм. Ну, тогда тоже были 50, и самый большой, а типика 60 был. 54. 53. 49. Масянечек, тебя взвешивала, чи нет? 49. Сейчас даже нет такого гигантского, как в прошлый раз. Вот такие вот, получается, они 50 грамм в среднем. А 60 это больше исключение. Такие сладенькие. Такие сладенькие. Хочется вас съесть сразу. Этих обормотиков тоже сегодня повзвешивала. Ну ты так заглядываешь, да? Динозаврик ты мой. Так, не хочет фокусироваться на твоем носике прикольном. Так, значит, взвешивала вот этих вот чудиков, которые постарше, им 15 дней. Значит, у них такой разбег был. Самый маленький 300 грамм и самый большой атипика. Сейчас найдем его. Вот этот кабанчик. 420 грамм. Да. И он при рождении был тоже самый большой. То есть все были там в районе 50. Ой. А он был 60. То есть вот так вот сказалось. Так, это опять ты, да? Заглядывающий нос. Или вот этот атипика 400 грамм. Ну, вообще, я уже не помню. Возможно, даже вот этот. У него такая жопка мощная. Чего ты? Самый крупный мальчишка. Так, уже 10:30. Я хотела пойти спать. Пораньше сегодня лечь. И все сижу, не могу насмотреться на этих карапузиков своих. Так мне прям нравится, такой прям какой-то релакс. Такие они как-то вот прям милые-милые. То есть ни писка, ничего. Никаких проблем, никаких драк. Просто милейшие животные. Пока маленькие. Потом у них начинаются всякие расклёвы. Выяснение отношений, пока маленькие, у них все классно. И очень приятно наблюдать за ними. Прям невозможно оторваться. Они так миленько копошатся все. Кто у нас такой был маленький, а уже подросток? Хорошо. Уточки, да? Вы мои уточки?